Я думав, вообще в Одесі хуже, чем. Ну, а то что, там на 70%, она вот половина поля. Ну, когда локомотив такой был? Никогда. Если бы мы зимой бы не сняли этот снег тогда на матч «Шахтёра», какой бы он сегодня? Да, да. года между командами Полтава, город Полтава, и «Шахтищане», директором матча Дегтярем Александром Ивановичем было принято решение об отмене матча. Нам всем стыдно, что так получилось. Ну, я думаю, те люди, которые находятся в Киеве, об этом даже такое понятие, как стыд, для них не существует. Первый раз пришли на стадион. Если тут приехали футболисты типа Сарна, Ракицкий, другие, на завтра в детской спортивной школе было бы на 50% больше воспитанников. Понимаете, все познается с примера. Они берут пример только с действующих футболистов. Они берут пример не с Соболева, не Пожичевского, ни с кого, а тот человек, который находится в данный момент на поле. Поэтому я считаю, что спортивный клуб «Шахтер» поступил очень скверно. И я призываю полтавчан забыться, что существует такой спортивный клуб, как ФК «Шахтер». Спасибо. Бессовестные, что им надо? Осенью угробили нам поляну, вы помните, приехали великие футболисты, походили и уехали. Убрали снег, накрыли, утром мороз, трава пропала. Сейчас приехали, походили. Были снимки все с таких ракурсов, где поле очень плохое. Для меня стало все понятно, что пошла работа. Була інспекція поля, прийняли рішення. Хто дивився поле, ви бачили, хто приймав це рішення? Кому воно належить? Как такового ни одного человека здесь по приемке поля не было. Что они подписывали акты, все это делалось типа со снимком в интернете. Ну, все мы понимаем, что прекрасно, кто не вышел на поле, не стукнул мячом по полю или не посмотрел, какое оно качество, с интернета ничего не можешь сделать. Понимаете, в Николаеве тоже поле хорошо смотрится, а там играть невозможно. Понимаете, играют не от цвета травы, а от качества травы, какое на ровно, при приемке мяча и все. Вы, если можете пройти по полю, то увидите, что она идеального качества. По ровности, по скольжению мяча и все. Поэтому я считаю, что от цвета зависит. Травой все закрыто, воротарские и все. Какая разница, желтая или все. Что, бразильцы, которые приехали в «Шахтёры», они на пляже играют. Вот и все. Почему они им подавай? Миллионерами то они стали на Украине, а не у Бразилии. Понимаете? Да, и не поехали, сразу в Испанию играть, а набирались опыта на наших полях и на все. Скажите, чи были вы на контакте с директором матча, чи він якось інспектував? Понимаете, как вам сказать, директор матча был. Ну что он делал, от меня уходил и какие он доклады делал? Я ведь не могу судить, понимаете? И я думаю, что они были нехорошие. И не думаю, а уверен. Поэтому, ну, он просто выполнял. Ну, его работа, понимаете? Они не могут быть независимыми людьми. Понимаете? Они каждый дорожит своей работой. И понимаете, что там сверху говорят, то он выполняет. Все. Это я независим. И то будут какие-то, понимаете? А они не могут быть независимыми. Мало решения очима Дегтярева. По всем решениям, которые отсылал, конечно, Дегтярев. Понимаете, хоть он пытается откреститься, но я думаю, если бы он истинно любил свой город и своих любителей, вот этих людей, когда приходят пенсионеры, для него это счастье было, да? А не свою работу, то было бы все нормально. Конкретно, чи був він на цьому полі, чи все зв'язано? Був. Я тут нічого не можу сказати, був. Навіть я його позавчора заставляла
сказав, одень обув м'яку, макасини, пройди по полю, щоб ти не чувствував, є кочки чи ні. Він пройшов і сказав, поле ідеально вкатано, як йдеться. Все. Основна претензія поля як? Ніхто мені об этом не говорив. Ви казали, там інформація була про ліквідацію клубу, ми думали, що це за інформація. Это правдивая информация. Я всю сейчас свои базы, вот этот стадион, сегодня принято решение, что будет организована новая детско-спортивная школа. Возглавит ее Пожичевский, вы ее все прекрасно знаете. Он сейчас на отдыхе находится. Я ему позвонил и сказал на той неделе набрать тренеров и работать в его распоряжении базы футбольного, распоряжении поля. Стало занимается? Да, однозначно. Да. Все. Я в этом цирке участвовать больше не буду. Ультиматум Федерации? Правильно делает. Что? Ультиматум Федерации? Нет, я ведь больше, чем... Не надо. Вы сами все прекрасно понимаете. Не, ну мы разумеем. Не, ну все.